эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Эстафета огня в Казани. Надо нести гордо. Самое главное. Как в Казань снова пришла Универсиада. Увидел Салават Мухаммадуллин. Почет федерального значения. Изучать новые технологии, их применение, их внедрение. Вот оттуда и складывается. За что наградили Альберта Шагабуддинова, расскажет Дмитрий Аринин. Маршрут продлили. Слава тебе, Господи, мы давно об этом мечтали, чтобы добавочно отпустили автобус. 62-й автобус теперь ходит до Салават-Купере. Что думают об этом жители микрорайона? В репортаже Зарины Ахметовой. Где в Казани зацвели белые цветы? Еще одна площадка для отдыха с детьми. На новом бульваре погуляла Лилия Кашпарова. Огонь Универсиады вновь в Казани. Сегодня столица республики приняла эстафету огня Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в Красноярске. Факел студенческих игр зажгли еще в Турине. Он прошел через Китай, Казахстан, и сегодня по улицам Казани его пронесли 24 татарстанца. Эстафету огня увидела и Салават Мухаммадуллин. На самом деле довольно холодное утро для пробежки, если честно, как-то. Значит, нам не мешает размяться, согреться. Давайте начнем. Давай. Так мы с волонтером года Дамиром Рахматуллиным начали готовиться к эстафете. Он, кстати, стал первым факелоносцем огня зимней универсиады в Красноярске. Волнение, безусловно, присутствует. И ответственность, и чувство гордости за то, что стал частью такого масштабного события, как Всемирная зимняя универсиада. Итальянский Турин, китайская Харбина, казахстанская Алматы и еще 8 российских городов. Такую дорогу проделал огонь универсиады, чтобы вновь оказаться в Казани. И этот путь по казанским улицам и достопримечательностям пробежали 24 татарстанца. Среди них и активная молодежь, и заслуженные деятели республики. Но ощущение причастия и причастности к чему-то очень значимому и великому. Даже огонь универсиады. Нисколечко не волнуюсь перед забегом, Салават Фатхетдинов шутит и ведет прямую трансляцию для дочери. После эстафеты огня Казанской универсиады, Сочинской олимпиады и вот теперь Красноярских игр он может назвать себя уже профессиональным факелоносцем. Я в этом уже считаю себя опытным и уже ветераном. Какие секреты есть там? Нести на правильной высоте? Надо нести гордо. Самое главное. Вот нам удалось хотя бы дотронуться до факела зимней универсиады в Красноярске 2019. На самом деле он не очень тяжелый, примерно 2 килограмма. Это не тяжело, но при этом очень ответственно. Даже волонтеры не отпускают символ ни на секунду. На протяжении всего маршрута эстафета сохранность огня обеспечивали сотрудники Росгвардии. Да, это они в синей спортивной форме бежали вместе с огнем. Среди факелоносцев и спортсмены-спасатели Владимир Сидоренко, 20-кратный чемпион мира по полосе препятствий пожарной эстафете. Ради факела он специально приехал из Москвы. Последним факел студенческих игр принял Нафис Серезединов. Студент года России, президент Рустам Миниханов и губернатор Красноярского края Александр Ус зажгли огонь универсиады в чаше у Казанского университета. Пришлем еще большую команду операционистов в декабре для того, чтобы отточить саму технологию проведения универсиады. Для Казани было характерно прежде всего высочайший уровень строительства объектов. Россия еще раз докажет, что мы лучше. Я знаю, чтобы Красноярск, тот флаг, который мы подняли в Казани, дальше вот так бы и держался. Дальше огонь зимней универсиады поедет в Екатеринбург. Закончит же он свое путешествие в столице зимних студенческих игр как раз к началу 2 марта. Салават Мухаммадуллин, Ишат Мухаметов, ТНВ, Казань. И сегодня Рустам Миниханов принял губернатора Александра Уса в Кремле. Здесь они обсудили вопросы развития спорта и укрепления торгово-экономических связей между регионами. После Александр Ус оставил памятную запись в книге почетных гостей Республики Татарстан. Сегодня день сотрудников органов внутренних дел России. С профессиональным праздником полицейских поздравил Алексей Песошин. Он отметил, что заслужить доверие можно только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а главное – профессиональной работой. Премьер-министр выразил глубокую признательность ветеранам органов внутренних дел и пожелал сотрудникам и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия. Профессиональный праздник мы решили спросить у жителей Татарстана, как они оценивают труд людей в погонах и чувствуют ли себя в безопасности.
Скажите, пожалуйста, у вас есть вот ощущение безопасности в нашем городе? Вот что у нас безопасно? Ну, вы знаете, в последнее время, вот последний год, наверное, я думаю, да, все-таки как-то поменялось все. А вот раньше как-то, да, боязно было. Абсолютно точно чувствуем себя в безопасности. Хотя полицейских особо и не видно. Но, по-моему, преступность отсутствует. Ну, вы знаете, ну, как сказать, ночью, наверное, ходить страшно, мы просто сейчас не ходим. В принципе, чувствовалось всегда. То есть у меня не было такого ощущения, что я боялась выйти на улицу, неважно, и в центре комфортно, и, например, я живу на окраине города, там я тоже себя, в принципе, безопасно чувствую. Я чувствую то, что все-таки у нас сейчас, по крайней мере, стало спокойно. А были вообще вот случаи, когда вы сталкивались с сотрудниками полиции? Ну, конечно, больше общаешься с сотрудниками ГИБДД. С сотрудниками полиции приходилось встречаться только с друзьями, сотрудниками полиции. Они, как правило, люди очень веселые, очень находчивые, всегда готовы помочь во всем. Кстати, да, у нас как-то раньше соседи шумели. Да, мы вызывали. Нам помогали. Может быть, есть вот среди ваших знакомых сотрудники полиции, как вы к их работе относитесь? Ну, у меня дядя майор, получается, и на всех наших семейных праздниках его практически нет, к сожалению. Хотя он мне очень помогал в детстве. И с женой у него, конечно, такие проблемы, но они все равно друг друга любят. В такой сфере могут работать только те мужественные, отважные, добросовестные люди, которым, как говорится, жизнь... Вот в их руках наша жизнь. Праздник они контролируют наши улицы, защищают прохожих от дебоширств. И никогда своих родственников мы не видим дома в этом празднике. В день полиции, наверное, может быть, есть пожелания? Есть. Здоровья, успехов в работе. Всего хорошего. Конечно, хочется пожелать в первую очередь здоровья, терпения, чтобы им хватало сил нас защищать. Чтобы кривая преступности опускалась все ниже и ниже. Я их поздравляю, и, наверное, то, что я не связана с чем-то плохим, наверное, тоже это их заслуга, и дай им Бог здоровья. Главное – здоровье, остальное все будет. Во-первых, это здоровье, во-вторых, здоровье в их семьях, в-третьих, чтобы они, ну... Реже выезжали на происшествия. Реже выезжали на происшествия, конечно. Признание всероссийского масштаба. Сегодня Рустам Миниханов вручил генеральному директору группы компании «ТАИФ» Альберту Шагабудинову орден почета. Указ о присвоении этой федеральной награды накануне подписал Владимир Путин. Она вручается за достигнутые трудовые успехи, общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Указом президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Церемония награждения торжественная, атмосфера душевная, дружеская. Главный герой-орденоносец скромен. За этой наградой огромной, тяжелой, иногда на пределе человеческих возможностей, высокопрофессиональный труд не только моих коллег, не только 45-тысячного коллектива нашей команды, а всей команды нашей республики, нашего президента. Спасибо за это. Остановлюсь вашего позволения, если да, прошу отбыть со своей командой, дальше работать, справляться с теми задачами, которые вы поручили. Спасибо. Рустам Миниханов в поздравлениях и признательности Альберту Шагабудинову не скупился. Как отметил президент, генеральный директор ТАИФа сделал действительно очень много не только для республики, но и всей страны. Ваш жизненный путь, профессиональный путь – яркий пример трудолюбия, преданности, принципиальности, работы во имя своей компании и во имя республики и нашей страны. Работать Альберт Шагабудинов начал еще с советских стройотрядов. Затем был замдиректора совхоза, освоил ряд руководящих должностей, а в 95-м году возглавил созданную в республике группу компаний «ТАИФ». «ТАИФ» — это один из первых татарстанских брендов. Сейчас в группу входит 50 дочерних компаний. Они работают в различных сферах. Прежде всего, это нефтегазохимия, энергетика, стройиндустрия, телекоммуникации, банковские услуги. Общее число сотрудников «ТАИФа» как население целого города – 45 тысяч человек. Экономике Татарстана ТАИФ дает пятую часть промышленного производства. В минувшем году общая выручка составила 600 миллиардов рублей. В бюджеты всех уровней отчислили более 50 миллиардов рублей налогов. Всегда
в рабочее время нужно работать с коллективом, а в нерабочее время, вечерами, ночью, если есть отпуск или воскресенье, работать академическими научными изданиями, прикладными научными изданиями, изучать новые технологии. Возглавляемый Альбертом Шагабудиным ТАИФ много занимается благотворительностью. Это участие в республиканских проектах, поддержка фонда возрождения, помощь спорту, различным учреждениям, благоустройство парков и скверов. Не можем не сказать вас, вашу группу, как благотворителей, которые соответствуют тому слогану, который вы для себя приняли, лозунг «Сила во благо». В этот понедельник Альберту Шагабудину исполняется 66 лет. Дмитрий Ирин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. В Татарстане завершено строительство универсальных спортивных площадок, зданий исполкомов и 24 сельских клубов. Об этом говорили сегодня на совещании в Доме правительства. Министр строительства и ЖКХ Ирик Файзуллин отметил, что с начала года проведено почти 1300 проверок. За нарушение правил охраны труда вынесено постановление на общую сумму более 15 миллионов рублей. В агропромышленном комплексе республики нехватка специалистов. Дефицит более 750 человек. Из проживающих в сельской местности всего 8% работают в сельхозпроизводстве. Сокращается количество специалистов, имеющих высшее образование. Чтобы проанализировать проблему, Рустам Миниханов поручил создать рабочую группу. По словам президента Татарстана, у молодежи должна быть мотивация вернуться на родину. Если не будет социального пакета, если не будет достойной заработной платы, значит, только силовыми методами мы ничего не изменим. Надо вообще изменить отношение к специалисту. Доехал до Салават-Купере. Сегодня 62-й автобусный маршрут продлили до жилого комплекса. Раньше конечной остановкой была улица Гудаванцева, теперь поселок Осиново. Это стало хорошей новостью для жителей микрорайона. Своими впечатлениями они поделились с Зариной Ахметовой. Из Азина Светлана Багрова сегодня впервые ехала без пересадок. Женщина живет в Салават-Купере. Говорит, раньше дорогу домой напоминал настоящий квест. Ходил всего один автобус и то битком. Мы с двумя, с пересадками. Сначала ехали 46-й автобус, потом на 36-й пересаживались. По времени уходило где-то 1:30, наверное. Ну, плюс еще пробочки. И вот, наконец, финишная прямая. Автобус останавливается прямо рядом с домом Светланы Багровой. Остается только перейти улицу. Интересуемся, сколько ушло времени на дорогу сегодня. Мы засекли. Мы едем с Азида, с Глушко, до Нурихана-Фатаха. У нас вышел 1:10. Еще вчера добраться до Салават-Купере можно было только на 36-м автобусе. По словам жителей, дополнительный автобус до микрорайона был настоящей мечтой. Сейчас вот подошел 62-й, уже люди сели, уехали, мы вот ждем 36-го. Слава тебе, Господи, мы давно об этом мечтали, чтобы добавочные пустили автобус. Можно еще какой-нибудь пустить, чтобы, ну, до центра шел как-то. Чем круг давать? До московского рынка, потом пересаживаться на другой автобус или на трамвай, это очень муторно, а так 62-й удобно. Раньше маршрут 62-го автобуса пролегал от проспекта Победы до улицы Гудаванцева. Теперь к нему добавили остановки на Беломорской, Химической, Тецовской, проспекте Заречье и конечная Осиново. Так протяженность пути транспорта увеличилась на 30 минут. Маршрут очень хороший. Я бы не сказала, что сложный. Что люди говорят? Радуются. Пока к новой схеме движения автобуса привыкают и водители, и пассажиры. Время ожидания транспорта должно уменьшиться. Зарина Ахметова, Рамзиль Галипов, ТНВ, Казань. Надежда на каждого. 4-летний Рома Константинов из Зеленодольска может полностью потерять слух. Ему нужна сложная операция, сделать которую могут только в американской клинике. Родители малыша собирают деньги, но их еще очень мало. Они надеются на помощь добрых людей. Как сейчас себя чувствует Рома, узнавал Рамиль Шайдулин. То ли у него уши, то ли волосы. Рома активный и радостный мальчик, ходит в садик и по-мальчишески любит машинки. Но вот беда, с рождения малыш живет всего с одним ушком. Причина, считают врачи, или наследственность, или экология. Но вылечить это крайне сложно. Мы обращались здесь, в России. К сожалению, в России результаты плачевные. Там очень много осложнений, стеноз, разрастание слухового прохода.
Нагноение, кровоточивость. А кроме этого, Рома до сих пор не выговаривает некоторые звуки и поэтому отстает в речевом развитии. Московские врачи посоветовали Константиновым сложную операцию, провести которую можно разве что в Израиле или Штатах. Помочь обещали в калифорнийской клинике, но делать операцию нужно как можно раньше, пока кости черепа совсем не затвердели. Операция у нас как бы медицина такая сложная, действительно, то есть 8-9 часов, но за одну операцию нам делают... Все. Врачи обещают восстановить слух и реконструировать ушную раковину. Стоимость операции – 85 тысяч долларов. Ее назначили на октябрь следующего года. Но собрать удалось только 5 тысяч из своих денег и 3 тысячи из соцсетей и благотворительных фондов. Константиновы просят помочь всех неравнодушных. В противном случае ребенок может полностью перестать слышать. Рамиль Шайдулин, Юлия Озерова, Андрей Агапов, ТНВ, Зеленодольск. На подготовку осталось 3 дня. 5 конкурсантов по компетенции сварочной технологии примут участие в региональном этапе конкурса World Skills. Сейчас они тренируются на площадке Казанского политехнического колледжа. Настрой участников узнала Юлия Муратова. Богдан Закиров занимается сваркой уже с 13 лет. У него всего год опыта, но он уже умеет многое. Ручная дуговая, аргон, полуавтомат, владеет 4 способами сварки. Умеет работать на оборудовании с настройками любой сложности. Мы постоянно совершенствуемся, ведь наши конкуренты не спят, и мы тоже должны... подтягивать себя, свой уровень. Занимаются участники сейчас с утра и до позднего вечера. Чтобы выполнить одно задание, работают 4 часа с 3-килограммовым сварочным держаком в руках. Выносливость серьезная. Дают разные модули, разные задания. Вот сварка, это, грубо говоря, одна практика, в руку набивать. На время как бы изолированы от учебного процесса, от семейных проблем, помещены в конкретно в производственную среду. Ребята имеют возможность готовиться на лучших брендовом оборудовании. Самое важное здесь командный дух, считают специалисты. Конкурсанты представляют собой единую сборную на чемпионате. Занимаются с ними сильные эксперты. Каждый владеет своим способом сварки, а ученикам приходится знать все. Сейчас я попробую сделать наплавку на металле впервые в своей жизни. Готовые модули отправляются на контроль. Эксперты проводят экспертизу и проверяют их качество. Требований не меньше 10. После проведения визуально-измерительного контроля некоторые образцы проходят радиографический контроль или ультразвуковой. Когда мы проверяем помимо внешних, наружных дефектов, еще и внутренние дефекты. Компетенция сварочной технологии – одна из 136 на региональном WorldSkills. Конкурс откроется 14 ноября. Юлия Муратова, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань. В Казани зацвели белые цветы. Сегодня на улице Абсалямова открылось новое общественное пространство. Арт-объекты и функциональные зоны одной из первых оценила Лилия Кашфарова. Сегодня на улице Абсалямова читают произведения писателя, поют, танцуют и просто гуляют. Разделить народную радость приехал и президент. Бульвар объявляется открытым. Погода такая, что белые цветы мерзнут. Вот и Рустам Миниханов интересуется у артистов. Не холодно ли им? Почти 10 площадок по программе развития общественных пространств. Среди них и белые цветы. Озеро Кабан. Это один уникальный случай. Мы открыли бульвар по улице Декабристов. У него совершенно другое лицо. Мы открыли Фучик, он более интимный. Мы здесь сделали территорию. Мы откроем Комсомолец. Там вообще будет совершенно сумасшедшая территория со светящейся галькой, разбросанной по лесу. В создании бульвара на Абсалямова приняли участие местные жители, архитекторы, школьники и родственники писателя. Бульвар «Белые цветы» назван в честь романа Абдурахмана Абсалямова. В честь него установлен и вот этот арт-объект, разработанный совместно с внучкой писателя. Печатная машинка с татарскими буквами. Для взрослых галерея, книги, концертные зоны. А для детей магический холм, батуты, тернистая тропа и птичья горка. Настоящий тайный сад. Еще одна площадка для отдыха с детьми на новом бульваре гораздо лучше, чем на автостоянке, которая здесь была до этого. Вот дети просто счастливы. Совсем скоро здесь появится кафе и спортивная площадка. А в 2019 году от Читаева до улицы Чистопольской будет достроена вторая половина. Бульвар послужит проводником между Парком Победы, сквером Стамбула и набережной у Казана. Лилия Кашфарова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Самое интересное видео интернета традиционно в нашей рубрике «В сети» с Арманом Кастаняном. Всем привет! Настала очередная суббота, вы сидите дома, в тепле и уюте. Ну что может быть лучше?
лучше, только если я сейчас расскажу о всех интересных и нашумевших новостях в интернете. И сразу вам такая вот затравка. Обычные будни екатеринбургского таксиста. Это эпически, знаешь, это не каждый день леопарда возишь. Друзья, вам не показалось, это настоящий леопард. Да, страшно. Да, вся жизнь уже перед глазами пронеслась. Но он такой миленький. Это рубрика «В сети». Начнем. Вы спросите, что происходит? Парень просто решил порыбачить прямо в гипермаркете. Причем он долгое время рыбачил, и только спустя значительное время к нему подошла охрана. Вы нарушаете. Я, говорит, поймаю, потом заплачу за нее. То есть парень, видимо, очень любит рыбалку, но лень куда-то ехать. Полностью согласен. Вставать в 4 утра, одеваться в 3 свитера и шубу, ехать непонятно куда и сидеть часами в надежде, что поймаешь какую-то рыбку. А тут все четко. Парень сидит в тепле, уже знает, кого поймает и может даже увидеть с обратной стороны процесс ловли. Интересно, конечно. В парке Урицкого замечены самые ленивые утки. Почему ленивые? Потому что все их, так сказать, сородичи уже улетели в теплые края, а эти все в холоде купаются и купаются. Именно поэтому пользователи прозвали их ленивыми. Но я бы назвал их так – утки-патриоты. И в жару, и в холод они будут на родной земле. Истинные татарские уточки. Эферин. Раз уж заговорили о патриотах, наша традиционная рубрика «В сети» с президентом. Неделя президента началась с поздравления всех татарстанцев с Днем Конституции Республики. Затем президент выложил фотографию с открытия памятника Рудольфу Нуриеву в Казани. В комментариях пользователи писали о том, как они гордятся нашим талантливым и великим земляком. А вот пользователь, судя по всему, из Башкирии пишет: «Он наш, башкирский, хоть и по нации татарин». Затем президент был в Томске, после отправился в Казахстан, город Петропавловск, откуда, собственно, и эти кадры. Но в комментариях решили, что это леса Менделеевского района. Как они вообще к этому пришли? Это, друзья, ботанический сад в городе Петропавловск. Продолжаем шагать в ногу со временем. Небезызвестный Билл Гейтс, создатель Windows, представил инновационный унитаз, который может работать без воды и подключения к канализации. Для демонстрации миллиардер принес с собой стеклянную банку. Да-да, с тем самым. Еще современный унитаз может с помощью химикатов превращать то, что принес Билл Гейтс, в удобрение. Новинка будет стоить около $500. Ну вот же! Ну, по мне, так очень гениальное решение. Надо срочно купить. И по традиции совместно с поисковой системой Яндекс мы составили топ запросов татарстанцев, которыми больше всего интересовались. На первом месте премьера фильма «Богемская рапсодия». Говорят, что очень крутой фильм, поэтому если вы не знаете, чем заняться на выходных, это один из вариантов. На второй позиции расположился День народного единства, который отмечался 4 ноября. И замыкает тройку этнографический диктант 2018 года, который прошел на прошлой неделе в Доме дружбы народов. И напоследок вам вот такая вот настоящая принцесса. Всем хороших выходных. Будьте в сети. Пока. Кто ты? Я Чеча. Принцесса ты? Ты думаешь, а как принцессы смеются? Вот так. Да, чуть-чуть перепутала. Вечерний эфир продолжит прогноз погоды. Я прощаюсь с вами. Увидимся в 21:30. Здравствуйте. В воскресенье солнечная и слабоморозная погода сохранится. Подробнее после полезной информации. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. В предстоящие сутки будет ясно, осадки не ожидаются. Ночью похолодает. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики ожидается ясный день, минус 5-6 градусов. На северо-востоке Татарстана –
Также без осадков, там до минус 5. На севере Татарстана малооблачно, местами возможен снег, минус 6. На северо-западе республики солнце будет радовать весь день, однако также морозно. На юго-западе Татарстана аналогичная ситуация, не выше минус 5. В центре Татарстана, как и по всей республике, солнечно и 4-6 градусов ниже 0. Спонсор показа – клиника «Фарм-Т». Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам без боли и операции на аппарате «Термекс». Телефон в Казани – 292-66-77. Клиника «Фарм-Т». Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате «Термекс». Без боли, без операции. 292-66-77. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер. При любых заболеваниях позвоночника или суставов сразу же обращайтесь к специалистам клиники «Доктор Ост». Здесь лечат самые сложные заболевания опорно-двигательного аппарата без боли и операций. За ваше здоровье отвечает команда высококлассных врачей, новейшее оборудование и комплексный подход в лечении. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. Медицинский центр «Доктор Ост» поможет с проблемами позвоночника и суставов без операции и протезов. Современные технологии, запатентованные методы и профессионалы своего дела. Вернуться к полноценной жизни просто. В Казани ожидается безоблачный день. Минус 3-5 градусов ниже 0. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 777 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Ожидается небольшая магнитная буря. Хорошего вам настроения. До свидания.